Можно взять all inclusive, можно взять завтраки, как мы взяли. Вот такой вот барчик, ресторан. Тут есть вот для готовки все, тарелки, чашки. И мне это не надо, я бы лучше балкончик вместо этой кухни Такие взял. Кипрские улочки, спокойные, вдалеке от пляжей. Например, в Айянапе такого спокойствия нету. Там в основном туристы, движуха, клубы, а здесь вот так можно спокойно погулять. То есть такого, что идет вся морская линия и рядом белоснежный песок, такого в Пафосе нету. Например, какие-то крутые трехкомнатные виллы, 550 евро, 500 евро. Вот вход в наш отель. Только приехал в отель, 4 звезды, прям заказал еду. Вот такая еда стоит 4,90. Это картошка и внутри различные добавки. Вот это бекон, сыр и еще что-то. Помню, какие тут большие блюда, сразу заказал одно и понял, что им точно наемся. Можно взять all inclusive, можно взять завтраки, как мы взяли. Вот такой вот барчик-ресторан. Красивый лобби отеля, что приятно, много иностранных туристов. Ну, то есть отель не для пакетных туристов из России. Следовательно, в нем спокойней. Такой вот номер, сразу скажу, это самый, ну не знаю, первый по цене вариант, недорогой был. Есть еще с балконами, там поприкольней, конечно, вид. Кровать, кондиционер, небольшой телевизор, вот здесь вот окошко. Вот для третьего человека место есть. Такая вот ванная. Ванная, конечно, так себе. Хотя нормальная, в принципе, чистенькая, аккуратная. Есть кулер с водой, что радует, так как, например, если не в магазин, то вода там на улице дорогая. Может, кому-то пригодится кухня. Тут есть вот для готовки все, тарелки, чашки. И мне это не надо, я бы лучше балкончик вместо этой кухни взял. А, холодильник. Вот этот номер где-то стоит в евро 44 евро, 3000 с чем-то, номера с балкончиком 4000. Возможно, если понравится, перееду в них. Другой номер. Вот нету кухни. Решила я поменять, которая мне не нужна. Но зато есть балкон. И поменьше площадь. Ванная уже другая, просто белая недушевая кабина. И нет холодильника, то есть там комната для тех, вот, кто с семьей хочет готовить. А здесь, ну, не первый этаж и балкон, что меня устраивает. Вот такие кипрские улочки, спокойные, вдалеке от пляжей. Так что, если вы хотите больше тишины и спокойствия в Пафосе, то вот так выглядят улицы, которые находятся вдалеке от пляжей в 5 часов вечера. Я вышел из отеля, и сразу попадаются такие предложения. Breakfast за 3 евро. Ну, завтрак за 3 евро, допустим, в Европе, в той же Амстердаме я бы за 3 евро не поел. Вот самый первый кафе. Можно за 10 евро поесть курицу-гриль. За 6 евро салат. В Пафосе мне очень нравится гулять вот по таким маленьким улочкам. Например, в Айянапе такого спокойствия нету. Там в основном туристы, движуха, клубы, а здесь вот так можно спокойно погулять. Пляжи в Пафосе достаточно каменистые, и есть вот такие вот островки. Вот это, например, весь Сауди Бич. Их две части, один около отеля, другой публичный, где есть песок. Но опять песок не белого цвета, то есть такого, что идет вся морская линия, и рядом белоснежный песок, такого в Пафосе нету. Поэтому, если вам нужна близость моря, то выбирайте, прежде всего, смотрите, чтобы был рядом с пляжем, допустим, и песчаный пляж, иначе вы можете жить, но, допустим, жить вот как за мной на камнях, и что в море вы не зайдете. Но вообще бросается в глаза, что очень спокойно, вот по сравнению со всеми даже остальными городами, и спокойнее, чем в Ларнаке, спокойнее, чем, конечно же, в Айянапе, естественно, и даже в Лимассоле. Такой больше пожилых людей, молодежи не особо много. Если у вас есть возможность, здесь много отелей, то классное место для отдыха с детьми, так как очень мелководный пляж, песочек,
на самом пафосе везде. Ну, посмотрите мое видео. Там заход каменистый, неудобный для детей очень. Поэтому, если вы с детьми отдыхаете, и вам, или просто вам нужен классный песчаный пляж, то бронируйте отели рядом с этой бухтой Coral Bay. Вот такая вот достопримечательность, прям в 5 минутах ходьбы от моего дома. Вот все в центре. Вот собор, археологический парк и форт. Прям буквально пешком можно за полчаса дойти до всего. Какие цены, вот, например, на аренду квартир. Допустим, вы не хотите жить в отеле на долгий срок. 350 евро в месяц, 300 даже евро в месяц. 450 евро в месяц за двухкомнатные апартаменты на Пафосе. Например, какие-то крутые трехкомнатные виллы, 550 евро, 500 евро. Допустим, дайте виллу посмотрим. 1800, но это уже, конечно, дорогие. Ну вот, 1500 евро, 100 тысяч рублей в месяц за виллу. Такие вот цены на аренду недвижимости, на аренду вилл, квартир на Кипре, в Пафосе. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих видео. Пока-пока.